Приветствую всех, дорогие друзья, на моем канале. Давайте посмотрим, чего вы не замечаете. Всем спасибо за теплые слова, комментарии, ваши лайки, подписки. Желаю всем счастья, любви и добра. Но вы не знаете, чего вы не замечаете. Препятствий на вашем пути. Знаете, здесь как будто бы по луне препятствия, карта благополучия рыбы. Завидует вашему какому-то благосостоянию, вашему счастью. Смотрите, какие-то вещи, либо подарки могут быть в вашем доме, потому что здесь выходит карта метла, букет и карта метла. Знаете, здесь кому-то даже, смотрите, ребенок и карта метла, кому-то даже нужно... Колеса, она хитрая, на дне колоды. Что-то, знаете, как вынести, убрать из вашей жизни мешающую вам. Я говорю, здесь, возможно, какая-то вещь, какой-то подарок. Может быть, недавно сделанный. Знаете, как здесь, как чистка дома. Вот она, луна. Да, она как... Она большая уже, она откроется вам, вы поймете это. Вот что-то прояснится в вашей жизни, когда вы уберете вот эту вещь из своего дома. Препятствия есть в вашей жизни. Не зря на дне колоды. Карта раз здесь так пошло, я хочу посмотреть на оракуле полнолуния. Знаете, здесь действительно как вот есть тайна, есть какая-то скрытая информация, есть препятствия за вашей спиной. Карта метла, очищение. Давайте здесь посмотрим. Мудрец. Опять, видите, карта рыбы. Воином. Сети. Сила. Вода. Знаете, здесь, наверное, как кто-то хочет вас какие-то сети запутать. Видите, здесь облака, вот гора, здесь тоже облака, тучи препятствия. Святой водой, наверное, здесь нужно пройти квартиру. Здесь как высшие силы вам говорят об этом, показывают вас воином, карта силы. Но здесь очищение, возможно, пройдите святой водой. Всю квартиру, весь дом. Давайте еще посмотрим. Вот они, облака опять выходят. Вот они, гора, вот они, препятствия. Смотрите, какая-то женщина. Женщина, мечтающая видеть вас в униженном каком-то состоянии. Женщина высокомерная. Женщина, не желающая вам... Завидующая, не желающая вам ничего хорошего. Смотрите, у вас защита, карта защиты. Там мудрец выходил, да, высшие силы. Здесь карта защиты. Лабиринт. А вот она получит, видите, надо провести чистку. Она сядет в лабиринт. Женщина, возможно, из семьи, смотрите. Идет ей возмездие. От вашей защиты. Вот этого вы не замечаете. Это может быть близкий родственник. У кого-то может даже проиграться мать, у кого-то свекровь, у кого-то... Ну, люди, которые, знаете, как вхожи в ваш дом, люди, как из семьи, может, возможно, и живущие даже с вами. Вы можете этого не знать. Возмездие. Знаете, как у вас с масками, как этими разойдутся, притворяющимися людьми, разойдутся с дороги. Их ждет бедность. Видите, они попадут в тупик. А вы поймете это.
Ну, пойдете вверх. Это мешает. Вот я говорю, вашей любви, ваших отношениях здесь возможно. Третье лицо, госпожа, женщина высокомерная, любящая себя, уверенная в себе, что в своей правоте, никогда, ну, как бы, знаете, для нее все остальные как не люди. Она одна такая госпожа над всеми. И имеет право, она считает, что она имеет право вмешиваться в чужие жизни, чужие судьбы. Но видите, как облака, я говорю, что вот есть. Вот этого вы не замечаете. Вот оно, бумеранги и возмездие идут. Вот за эти ограничения, которые вас сажают. Тут почистите свой дом, хуже от этого не будет. Это однозначно. А там идет бумеранг и возмездие. Окропите все водой, чтобы выходила святая вода. Давайте еще пару карт для вас. Ну, вот она, понимаете? Женщина, возможно, старше вас. Это навряд ли это соперница, либо мать, либо свекровь. Вот кто-то из вашей вот родни, да? Может, была у вас свекровь, и вы до сих пор, понимаете, вот пакостит вам на расстоянии, возможно. Возможно, вы с ней жили долгий период времени. У кого-то, может быть, и так. Может быть, у сына не складывается, а вы давно там как бы, ну, нормально живете. Вот она, смотрите. Женщина-змея, гремучая змея. Знаете, она как даже посягает на ваше здоровье. Ну, вы под защитой от нее, смотрите, вас все равно защищает карта дерева, карта рот. Вы от нее защищены. Знаете как? То есть все могло быть намного хуже, но вы находитесь под очень сильной защитой. Вы все равно узнаете. Эта женщина, возможно, она, знаете, притворяется, может влезать к вам в доверие, прямо навязывать свое общение чрезмерно, знаете, как льстить вам. Может быть и так. Вот этого вы не замечаете. Придете вы к своей стабильности, но совет вам брать какой-то, вот какая-то вещь, сделать чистку, может быть, подарки, знаете, да, какие-то получали, вот убрать их из дома. Вот такой был расклад. Сейчас возьму еще вам все-таки совет. Что еще здесь вам посоветуют карты? Этого вы не замечаете. Подклады могут быть. Вот карта подарок, знаете, как подклады. Тайне, сделанные по луне. Чтобы у вас были препятствия. Смотрите хорошенечко. Ну, это обработайте квартиру святой водой. Они не будут иметь силы. Такой, по крайней мере, силы, которая задумана. Давайте совет вам. Чудо приходит в тот момент, когда вы даете волю своим истинным желаниям. Внутренний комфорт. Пережив негативный опыт, не позволяйте страху взять над вами верх. Ваш опыт, ваш ресурс, используйте его. Иначе зачем человеку ноги, если не для того, чтобы привести его к мечтам? Вот не позволяйте страху взять верх. Вот, возможно, знаете, как вас... Ваш опыт, ваш ресурс, используйте его. Что-то вы уже проходили, понимаете? Кто-то из вас уже проходил что-то с этим человеком. Возможно. И чудеса есть, карта рождения. Все будет хорошо. Колебания. Сейчас не время для остановки. Двигайтесь дальше по намеченному пути. Но о чем я вам и говорю. Двигайтесь, но... Сделайте то, что было сказано в этом раскладе. Кому-то, для кого-то это очень важно. Почистите свой дом. Кто-то может вспомнить какие-то подарки. Человек однозначно здесь старше вас.
Женщина еще и змея. Ох, это очень коварный человек, от которого можно ожидать всего чего угодно. Но у вас защита между... Видите, как встает здесь женщина. Вот она, змея, направленная на вас. Это злость, это агрессия, это... Здесь человек способен на все. В паре вот эти две карты, эта женщина способна на все. Вот видите, змея гремучая, степная, это которая... может укусить, и человек, да, не выживает. Этот человек может так же делать. Ну, видите, вас тут раз и закрывают. Смотрите, какая у вас огромная защита. И все у вас здесь будет хорошо. Здесь бумеранги и возмездие. Так что чистите свой дом. Всего вам доброго. До следующих видео.